Владимир Ружицкий провел онлайн-встречи с люберецкими предпринимателями. В беседе приняли участие представители правительства Московской области, а также сотрудники фондов, оказывающих поддержку бизнесменам. На какую помощь могут рассчитывать предприниматели в эпоху кризиса, расскажет Луиза Егезарян. Стоит задача, по крайней мере, удержать тот уровень экономики, который есть. Ну, конечно, если удастся что-то приумножить, это счастье большое, но хотя бы удержаться. Это основная такая маленькая простая задача. Справляться с этой задачей власти округа и бизнесмены будут не сами. Правительство Московской области предлагает различные виды финансовой поддержки. От субсидий на приобретение оборудования до помощи в раскрутке бренда. На эти цели выделено около 2 миллиардов рублей. Если мы решились создать или сделать новый завод, новое производство, то вы можете возместить всю инженерную инфраструктуру к этому объекту. Естественно, в зависимости от стоимости этого проекта. В столичном регионе есть 4 фонда поддержки предпринимателей. На помощь могут рассчитывать даже начинающие бизнесмены. Программы предусматривают финансирование без залога. В условиях пандемии создано специальное предложение. Сумма максимальная до 3 миллионов рублей, максимальный срок до 3 лет, минимальная процентная ставка 4,25% годовых. В онлайн-заседании приняли участие 59 люберецких предпринимателей. Все имели возможность задать участникам встречи интересующие вопросы. Луиза Егезарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.